Хачапури начали готовить в Грузии еще в средние века. Сегодня представить любое грузинское застолье без этого блюда практически невозможно. Существует около 10 разновидностей хачапури. Сегодня мы в ресторане Тавадури попробуем 3 из них. Это хачапури на шампуре, аджарский и мигрур лазури. Чтобы попасть на кухню, необходимо пройти дезинфекцию. Давайте не будем нарушать правила, сделаем все как нужно. Если все сделать правильно, то загорится зеленый сигнал, и мы сможем пройти на кухню. Пробуем. Как вы поняли, в ресторане Тавадури можно не беспокоиться за чистоту. Здесь все супер стерильно. Настоящий хачапури готовится в печи. Хача в переводе с грузинского творог, пури – хлеб. Если со второй частью этого слова все понятно, то при чем здесь творог, спросите вы? На самом деле все просто. В хачапури кладется маловыдержанный сыр, который по консистенции напоминает как раз таки творог. От вида хачапури зависит начинка. Например, в аджарские хачапури, которые готовят прямо сейчас, кладут 2 вида сыра. Это сулугуни и меритинский. Такая же составляющая у хачапури мигрур лазури. А, например, у хачапури на шампуре только один вид сыра – сулугуни. Чтобы вы понимали значимость этого блюда для Грузии, существует понятие индекс хачапури. Это своеобразный индикатор валютных курсов в стране. Нам принесли уже все 3 хачапури, будем пробовать. По традиции в Грузии хачапури кушают руками. Пробуем хачапури на мангале. Нежный сыр, в меру соленый, просто тает во рту. Обалденно вкусно. Как правильно есть хачапури по-аджарски? Добавляем маслица. Я немножко. Надо блести фигуру. И, как я уже говорила, все хачапури в Грузии едят руками. Сейчас я дожую и скажу. Самый сложный по приготовлению, говорят, хачапури на мангале, на вертеле. А это хачапури-лодочка. Есть легенда, что лодочка олицетворяет море и аджарию, а яйцо в середине олицетворяет солнышко и прекрасную погоду Батуми. Очень вкусный, нежный, с таким привкусом свежего яйца и творога. Пробуем. Еще раз. Супер сочный.
В Грузии есть пословица: хлеб, сыр и доброе сердце – вот что нужно хорошему человеку. Я бы добавила еще и счастливому человеку. Будьте счастливы и приезжайте в Батуми. Песня.